4 по 8 декабря 2017 года в Московской области проходил 4-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2018. Зарайский педагогический колледж стал не просто площадкой проведения чемпионата в одной из компетенций, но и принял активное участие в трех номинациях – физическая культура и спорт, дошкольное образование, преподавание в начальных классах. Площадку по две последние компетенции представил педагогический колледж из Орехово-Зуево. В упорной борьбе, развернувшейся между студентами 5 образовательных организаций Московской области, победу в компетенции физической культуры и спорт одержал студент 4 курса Зарайского педагогического колледжа Александр Чижиков. Компетенции дошкольное образование 2 место завоевала третьекурсница Мария Мельник и 3 место среди преподавателей начальных классов у студентки 4 курса Чижковой Евгении. Мы встретились со студентами и их наставником, чтобы разделить с ними вместе радость победы. Александр Викторович, вы в числе сегодня победителей стоите плечом к плечу с вашими студентами, которые в различных компетенциях одержали победу. Ваши впечатления, ваши эмоции сегодня? Во-первых, это гордость за наших ребят, которые в тяжелейшей, напряженнейшей, не всегда честной, скажем прямо, борьбе сумели завоевать высокие места. Впервые наш колледж поднялся на верхнюю ступень пьедестала. Это особенно радует. Особенно радует, что это у нас. Это по новым компетенциям, по которым мы активно работаем. Физическая культура и спорт. И то, что наши ребята уже второй год подряд занимают призовые места во всех компетенциях, где мы участвуем, это определенно уже, будем надеяться, в будущем станет определенным знаком качества. Наши выпускники хорошо подготовлены и очень много умеют, и не тушуются, и на чужой земле хорошо выступают. Александр, вы стали победителем. Скажите, вот ваши сегодняшние ощущения после победы? Я горжусь этой победой. Также я понимаю, что мне теперь придется готовиться к следующему этапу. Победа далась мне непросто. Конкуренты были очень сильные. Они выступали в том году, имели уже опыт выступления в данном соревновании, поэтому победа была трудной. Это большой опыт, в первую очередь, в данной профессии, потому что выступление в данном соревновании позволяет приобрести те знания, которые понадобятся в профессии дальше. В номинации «Физической культуры и спорт» стал победителем ваш однокурсник Александр Чижиков. Вы стали призером номинации «Дошкольное воспитание». Маша, насколько было сложно войти в число победителей? Мне тоже достались довольно сильные конкуренты. Двое из них участвовали уже в прошлом году. И если бы не заслуга преподавателей, которые меня готовили, занимались со мной, многое мне дали, много в меня вложили, то, я думаю, мне бы не довелось чести занять призовое место. Что для вас было самым сложным в этом конкурсе? Преодолеть свой страх, свою скованность, да, не бояться выступать перед другими, перед чужими людьми. Ну, у меня получилось. Участие в чемпионате – это событие или все-таки это некая необходимость, которая была продиктована просьбой преподавателей? Нет, участие в чемпионате такого уровня у меня было впервые. Также у нас проходил на базе колледжа сначала этот чемпионат, в котором я заняла первое место, и поэтому, естественно, я пошла дальше участвовать уже в региональном чемпионате. Это разный уровень. Во-первых, это чужие стены, другой город, все новое. А здесь мы участвовали в своих стенах. Были волонтеры, учащиеся, которых мы видели каждый день, и поэтому было намного легче давать уроки. А там уже были и дети, и волонтеры уже из другого города, и было тяжелее, конечно. Войти в число призеров – это всегда сложно. Для вас все-таки это было сложностью или труда не составило, и вы были заранее уверены, что станете одним из победителей? Нет, естественно, это было тяжело. Очень сказалось волнение, конечно. И также это был чужой город, были чужие судьи, незнакомые мне, и поэтому было очень тяжело произвести хорошее впечатление. И, конечно, это не предел моих мечтаний. Третье место. Я буду стремиться выше и получать более высокие призовые места. Мы верим, что высокие призовые места нашим студентам под силу. Тем более, что возможность стать победителем в новых соревнованиях им скоро представится. Во-первых, Александр будет принимать участие в отборочных соревнованиях. Это полуфиналы национального чемпионата. Мы уверены, что он пройдет дальше в финал и покажет себя во всей красе. В 2018 году нас ожидает еще один конкурс профессиональный. Это Всероссийская олимпиада по физической культуре и спорту. В прошлом году
в 2017 году мы заняли первые и второе места в области и выступали на России. И поэтому перспективы, ну, самые радужные. Валерий Маркович, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.